Иван Кольцов, я еще раз, он, хотя для меня это оскорбительно, почему он себя с большой буквы, а меня с маленькой, ну, типа, маленечко унизить. А вы, Железов, прекратите считать себя умнее других. А почему я должен прекращать считать? Я не умнее других. Зато я знаю, что это смертельная побелка. Причем тут умнее-то? Ведь если бы в школе проходили, что белить нельзя, как я говорю, миллионы детей были такие же умные, как я. И не я умнее, не они. Они просто знали. Это смертельно. Вот. При всем тут умнее. Смотрите. Ничего плохого нет, чтобы делиться своим опытом. Спасибо. Ой, спасибо. Ограничьтесь этим. Называть других, как вы называете, у нас нет права. У вас говорили, как о добрейшем человеке. Да, я такой мягкий. Будьте выше этого. Выше чего? Не обращать внимания на ту подлость, которая в слонах. Есть люди, что с вами не согласны. Так всегда было. Это не ваша, кстати. Не ваша фотография, а? Можете бросать меня камни. Зачем мне нужно? Вы мне дали повод еще раз подтвердить, что, еще раз, что я прав. Не время рассудит. Садов нету. И дальше будет то же самое. И вся моя агротехника построена на этом. Это можно, нельзя, можно, нельзя. Теперь, Гражданин Кольцов, почему они должны, я даже написал не просто, а за что, так же, как тот мой этот сосед, за что? Почему они должны делать тупую, разорительную, опасную дерево работу? Вот они-то, да, это дикорос. Понятно, что это не это, не яблони, не груши, согласны? Вот. Это дикорос. А тут маленький ребенок, я бы не прицеплялся к этой фотографии. Но ребенок-то за что? Это ближайшие 50 лет так и будем белить миллиарды деревьев. Зачем? Есть природная красота. Зачем она белит? Кому-то лайков захотелось. Детей жалко. Если все собрать, сколько дурной, тупой работы. Это я еще не надо. Значит, он тоже к теме. Ну, тут муж можно не зажимать. Вот. Приходит к замужней женщине, молодой парень, симпатичный, и начинается любовь. В это время стук в дверь. Поворачивается к Лизинке. Надо, муж вернулся. Он заметался по квартире, спрятаться негде, выскакивает на балкон. Балкон там, лоджия тоже негде прятаться. Вот тогда раз через перила. Думаю, там хоть подсижусь. И оборвался. И летит этажа так с 15-20. Летит и приговаривает. Я рассказывал, да? Да, и теперь всем. Летит и приговаривает. Господи, дурак, зачем мне это все надо было? Зачем? Ведь я молодой, красивый. Мне жить, да жить. Вот. И зачем мне это? Сколько молодых девушек? Зачем я туда... Вот. Бах! Упал. Сугроб. Встал, отряхнулся, посмотрел наверх и говорит, летел-то 3 секунды. Сколько глупых мыслей в голову пришло. Вот. А вы уже годами летите. Куда вы летите? Зачем это все надо?